Вот так сижу, куда-то забрела, непонятно куда. Я по дороге на Мертвое море, я туда езжу почти каждые выходные для того, чтобы очистить свою душу от мыслей, форм этих грязных городских. Чем больше развиваюсь, тем хуже мне в городе, тем хуже мне в большом скоплении людей, и я не могу переносить запахи. С вами такое тоже происходит? Уединение — это самая большая школа, самая лучшая школа. Посмотрите, какая красота. Там птица сидит в окне. Вот это самые лучшие выходные для меня. Я столько лет отдала и семье, и детям, и шуму, и развлекухам, и быть инструктором по фитнесу, что я чувствую, что я просто заболеваю. И если бы я не начала свое развитие, я думаю, я бы чем-нибудь заболела. Никогда в жизни у меня не было возможности побыть одна, подумать вообще, кто я и куда я иду. Какое счастье, что я допетрила до этого. Такое впечатление, что только сейчас начинается настоящая моя жизнь. А до этого был какой-то блоф. Мертвое море, тишина. Это было самое грязное место. Его почистили, обнулили. И теперь, когда я нахожу очень высокие места и сижу там, в этих разных прослойках воздуха, то обновляется полностью организм, голова, сердце. Стрёмное заброшенное место рядом с арабскими поселениями. Идем дальше, посмотрим, что здесь есть. Уже тут все обстрелянное. Я надеюсь, что здесь не опасно. Творится обычно беспредел, потому что в таких местах не живут как дикари, везде кости. Можно много разных костей найти. Это же не первый раз. Как дикари. Вот это Израиль живой. О май гад! Вот так вот у них. Может, она сама умерла, но у них, в принципе, нет проблем и убить. У них все очень просто решается. Блин. А, она живая? Блядь, ты живая. Ты умираешь. Пиздец. Я пошла искать помощь. Пиздец. Натхиль мимаим. Камаши лёдин шахути. Я тебя боюсь. Ну, мамочка. Боже мой, какая-то совсем уже на попей. Попей. Юфи, мамочка, юфи. Все мне ты нахляхули. Шеларавимпо. Ланлит Каши. А куда звонить? Это все арабские поселения. Солнце, давай поедим. Давай. Ты только не будешь меня кусать, да? Мамочка. Боже мой. На, еще сюда. На, моя хорошая моя девочка. Молодец. Молодец. Молодец, боже мой. Думай, Таня. Лахшов, лахшов, лахшов. Все сожрала. Второй шимурим не открывается. Блин. Идет за мной, смотри. Сиди тут! Никуда не уходи!